Ребята, всем привет! Сегодня очередной ролик. Вот прошло, скажем так, уже 5 дней, как мы запустили малька креветки, гигантские креветки Макробрахиум Розенберга. Мы запустили ее в аквариумы. В верхнем аквариуме у нас стоит очень хорошая система фильтрации. Я покажу сегодня результат по росту по креветке. Сегодня мы, ну, я уже не снимал на обзор, с верхнего аквариума пересадили в средний аквариум более крупные особи, потому что за время, почти неделя, мы добились мгновенного результата по росту в верхнем аквариуме с серьезной системой фильтрации и в аквариуме с простой системой фильтрации. Это мочалка и компрессор, ну, насос, мочалка и компрессор. Мы получили средний, обычный рост креветки. По кормлению, естественно, в этих аквариумах мы стараемся креветку перекармливать, для того, чтобы она много-много-много кушала. Показываем вам, как за почти за неделю, даже недели нету, результат я покажу сегодня, если на видео будет видно маленький размер креветки. Мы получили малька до 1 сантиметра, и то, что мы вырастили за столь короткий период. По кормовой базе я стараюсь кормить креветку, в частности, сейчас взял корм, аквариумный корм, корм тетрадискус, высокопротеиновый корм с большим содержанием каротина. Ну, каротин нам не очень важен, конечно, но мне вот такая гранула больше всего нравится. Как мы производим кормление, то есть берем наш корм, вот в частности, где насос наш. Сейчас он по аквариуму раскидает. Потом чуть-чуть сюда засыпали. Чуть-чуть вот сюда. Потом второй аквариум так же само. Сюда кинули. Ну и в самый верхний аквариум. Вот, корм пошел. В чем преимущество кормления хорошим дорогим кормом? В том, что результат по росту креветки действительно, ну, совершенно другой. Креветка намного быстрее растет. Да, вы слегка доплачиваете по цене, но вы и результат получаете совершенно другой. Итого, неделю назад мы запустили креветку вот такого небольшого размера. Здесь не было даже сантиметра в этой креветке. В аквариуме со стандартным оборудованием, да, встречаются некоторые особи, которые выросли до 2 сантиметров. Но их очень-очень мало. В основном здесь они такие небольшие и остались. Вот наш аквариум с серьезной системой фильтрации, с проточным фильтром, ультрафиолетовой лампой. Дополнительно я заводил еще воздух для того, чтобы бактерий было больше в фильтрующем элементе. И мы сегодня с этого аквариума с утра делали подмену воды и попересаживали сюда. Но здесь вы уже видите, вот просто кони повырастали. То есть все-таки тут уже 3 сантиметра плюс. За такой непродолжительный период времени это реально очень хороший результат. Итого, что показало. Ну, и здесь оставили, которые не так быстро пошли в рост. Но здесь сантиметр-полтора железно. Вот как они с удовольствием ухватывают кусочки корма тетрадискус и уплывают вместе с ним и жуют его в кустах. Видите? Итого, по поводу все-таки оборудования, что мы получили? Верхний аквариум с хорошей системой фильтрации. Да, не самый дешевый вариант фильтрации. В аквариуме на 500 литров мы посадили порядка 250 особей. Сегодня мы штук 50 уже убрали, а реально выросли большие. Пересадили в средний аквариум на 500 литров с стандартной системой фильтрации. То есть будем периодически их рассаживать, мелкие с мелкими, крупными с крупными. Нижний аквариум это был тоже 500 литров, там где насос, мочалка и обычное оборудование. Результат нормальный, но если сравнивать с верхним аквариумом, конечно, земля и небо. Потому что верхний аквариум, оборудование дороже, рост креветки намного быстрее. Как минимум в 2 раза мы больше получили результат за неделю. Потому
У кого есть возможность купить более качественное оборудование с биологической системой фильтрации, вы гарантированно будете получать результат. Через неделю мы еще раз отснимем видео, посмотрим, как, что же и как. По поводу корма. Я делаю так, чтобы корм на дне лежал, и креветки могли подплывать и без проблем его подбирать и кушать в течение дня. То есть я не кормлю три раза в день, я с утра бросаю хорошее количество корма и к вечеру еще. Вот они плавают вместе с кусочками корма. То есть корм у меня присутствует везде на дне. Тут просто за неделю реально гиганты повырастали. Потому хороший корм плюс качественная фильтрация, результат налицо. Сегодня прошла почти неделя, мы подмену воды сделали, мы слили порядка где-то 20% воды с аквариума, подмену воды сделали, промыли фильтрующие элементы мочалки, долили из крана свежей воды и все, погнали дальше. Итого, подведем итог сегодняшнего обзора. Креветка Розенберга дает очень хорошие характеристики по росту, если мы даем качественный корм и сделали качественную систему фильтрации. Это нам дало возможность уже за неделю отсадить 50 креветок из 250, потому что несоизмеримый разбег в росте. В аквариуме с обычным оборудованием и качественной системой фильтрации мы получили прирост в размере где-то 50%, а в верхнем аквариуме мы получили больше 200% прироста. Потому мне все это нравится, смотрим результаты через неделю, наблюдаем вместе. Итого, наш слоган: выращиваем креветку вместе, хобби или, кому интересно, просто как бизнес. Спасибо за внимание. Оборудование, корма и так далее вы сможете перейти по наш сайт по ссылочке ниже, я ее оставлю внизу в описании. Спасибо за внимание, до скорых встреч.